Доброго времени суток. Сегодня я вам расскажу про две вот такие вот адресные таблички. Сначала просто покажу дизайн, потом я вам расскажу, как лучше выбрать, на что сделать упор, какие характеристики там по качеству, по дизайну, по отделке. Ну и потом будет видео уже непосредственно, где я работаю, как я делаю. Ну и посмотрите на качество, это тоже может полезно тем, кто начинает делать. Ну и для клиентов тоже разобраться в том, что как можно изготовить, им немножко самим начать разбираться, чтобы они пришли, допустим, в магазин, какую-то продукцию выбирали, могли посмотреть, оценить сами, стоит это таких денег или же нет. Ликбез такой небольшой. Доброго дня. Вот так вот выглядит адресная табличка без патинирования. А вот она уже с патинированием. Теперь непосредственно по самой вот этой вот надписи, табличке адресной. То есть совместно мы выбрали дизайн. Я считаю, довольно-таки удачно, потому что, видите, буквы золотые, почему запатинировался, я думаю, в тему как раз получилось. Ну и совпадает цвет, коричневый такой, все стилизация. То есть я думаю, мы тут все удачно совместно, клиенты, и это рекламное агентство нам делало, не я, естественно, такие таблички делаю. Да, скажу для клиентов сразу, что такая табличка у нас в Тамбове обычно стоит там 500-600 рублей стандартно. Эта табличка, они уже просят 750-800 рублей вот за такой размер. Здесь внутри где-то 15 на 70, поэтому имейте в виду, это я так, кому если интересно. Само патинирование довольно таки насыщенное, как вы вот сами, я вам показываю, можете наблюдать. Можно еще больше наносить, но то есть где больше я раньше наносил, если репортаж посмотреть, вот тут я даже бывает раму мазал, вот тут все полностью вот так вот, как вот здесь, видите. То есть, но бывает получается, это уже на любителя, может быть там не русские, скажем так, наши товарищи национальности любят такие вещицы, заказывают. Но я вот на свой вкус считаю, вот эту уже раму не надо было больше мазать, поэтому считаю, в принципе, самый такой раз, ни много ни мало, то есть ничего. Ну и вы можете оставлять свое мнение, чтобы я знать, как лучше. Я всегда, бывает, и с клиентом общаюсь, спрашиваю, мне мнение интересно, как запатинировать, много, мало, там больше, меньше. Так что тут, кстати, насчет этого рекомендации оставляйте. По патине. Патина немецкая, качественная. Да, она не дешевая, но, понимаете, и наносится она, честно вам скажу, удобней. И держится лучше, и по качеству, и по цвету сохраняет. То есть немцы, как говорится, есть немцы. Потом здесь из плюсов, я, видите, заглушки тоже использую. Почему? Может, конечно, под угол резать, но я заглушки пластмассовые использую. Да, их приходится подкрашивать в цвет, видите. Но ржавчина не попадет, то есть здесь тоже проварен, чтобы вода сюда не попала и не разорвала. Это тоже плюс. Если кто задаст вопрос, а почему не красилось это вместе с этим, потому что, ребята, это была порошковая покраска, и когда там нагревает, там 200 градусов, пластмасс, естественно, расплавится. Поэтому только пластмассы. Ну, или был металлический варить, но здесь работа больше. Это, конечно, как нравится. Ну, я говорю, или под угол, кто любит резать. Но это варить где-то что-то повести может. Так что вот для меня вот это самый лучший вариант. Доброго дня! Сегодня я делаю адресную табличку. Видите, как? Прежде чем делать, видите, я дизайном занимаюсь. Если вы уже не знаете, да, первый раз там
то я вот раскладываю, вот у меня один дизайн лежит, второй. И вот так, то ли удлинить можно адресную табличку, то ли шире сделать, как вам нравится. И начинаю раскладывать элемент. Если какой-то элемент не укладывается, видите, просто я уже прикинул, да, но мне как раз вот такой рисунок, допустим, устраивает. Ну, смотрим дальше. Вот так я раскладывал, видите, так добавил, так прибавил. Можно, говорю, подгонять размер потом, ну, на что внимание обратить. Ну, самое главное, вот она уже другая вырисовывается, третья будет еще. Но самое главное внимание, на что здесь обратить. Это, конечно, как вы варите. Можно на прихваточках, допустим, вот с одной там стороны, да, а можно с двух. И видите, как зачищается металл и под порошковый, да и под любую покраску. Потом не забывайте потом обезжиривать. Допустим, вот здесь сама табличка будет. Вот. Вот здесь она будет опираться. Можно ставить саморезами, можно наклеить. Потом предусмотреть надо, конечно, что вы будете крепить. Я, например, решил крепить вот здесь. Видите, вот и вот. Заодно красивые цветочки. Но по дизайну, как говорится, это как клиенту понравится. Вот, это все смотрите, у меня там разные бывают и каналы вообще. А по сварке я вам уже показал, то есть старался сварить с двух сторон и обязательно зачисткой, так, чтобы проваривать. Вот раз, да, и вот тут еще идет два. Это обязательно. Это один из важнейших факторов. Здесь я не стал варить, просто много ставить, здесь вроде как есть, но это на усмотрение. Но желательно варить с двух сторон, потому что этот металл тут не такой толстый, и он легко вырывается при желании. Это тоже я... Завиток так, если кто-то делает, повернуть можно так повернуть. Его же можно сюда сместить, здесь добавить что-то. И диском надо шлифовать. Я еще не шлифовал, потому что сейчас мы это сделаем. Ну а так по дизайну, вот смотрите, да. Можно всегда что-то добавить, убавить. Кому-то это много, а кому-то наоборот мало. Я говорю, вот здесь хотел третью версию, но сегодня не получилось. Ну и вот на это гляньте. Может какая-то... Вот такой вариант. Здесь уже, видите, немножко более другая версия. Вот такая. Ну, а так скоро сезон начинается. Будут у нас и новинки. И так по заказам, какие вопросы задавать.